Как быстро стать лучшим руководителем и сэкономить себе время? Поручите своим сотрудникам прописать свой план на неделю. Согласуйте его и при необходимости скорректируйте. В конце недели запросите у них отчет. Так вы убьете двух зайцев. Ваши сотрудники будут сами решать, как им выполнять свою работу, а вы освободите время на выполнение своих задач. Ваша продуктивность и продуктивность ваших сотрудников точно вырастут.